давайте я поговорю о этом числе А. Значит, мы доказали, что оно существует. А вот интересно, можно ли его выписать в явном виде? Нужно. Пожалуй, самый простой способ такой. Давайте напишем число 2n факториал. И посмотрим. Какой остаток дает квадрат этого числа при делении на q? Я напоминаю, что у нас q – это простое число вида 4n плюс 1. Так вот, господа, оказывается, в качестве а можно взять вот именно это число. Конечно, догадаться до этого очень тяжело, но с другой стороны, если знать теорему Вильсона, я на всякий случай напомню, что такое теорема Вильсона, q минус 1 факториал сравнимо с минус единицей, по-моему, для любого простого числа q. Давайте сделаем так. Я сначала из теоремы Вильсона выведу, что так можно, а потом докажу теорему Вильсона. Смотрите. У нас есть а квадрат. Нужно понять, почему а в квадрате – это минус единица. И давайте напишем. Значит, а квадрат – это что такое? Это 1жды 1, 2жды 2, 3жды 3 и так далее, и так далее, и так далее. 2n на 2n. Согласны? Отлично. Ну, потому что было раньше просто факториал, а теперь мы каждый множество написали 2 раза. Но я могу сделать так. 1 умножить на минус 1, 2 на минус 2, 3 на минус 3 и так далее. 2n на минус 2n. Почему? Потому что минусов я написал 2n штук. То есть четное число, то есть ничего не изменилось. И теперь последний, совершенно замечательный удар. По модулю q это сравнимо с 1 на q минус 1, 2 на q минус 2, 3 на q минус 3 и так далее, и так далее. 2n на q минус 2n. Потому что вписывая q, вы остаток не меняете. Теперь смотрите, что здесь написано. 1, 2, 3 и так далее, 2n, 2n плюс 1, 2n плюс 2 и так далее, и так далее. Вплоть до числа 4. Здесь выписаны в немножко странном порядке, конечно, то есть по возрастанию через 1 вот так, а потом назад надо идти и тоже будет возрастать. Да? Выписаны все множители, которые входят сюда. А значит, это минус 1 факториал. И значит, как раз то самое минус 1. Все понятно? Понятно. Хорошо. Теперь как доказать теорему Вильсона? Ну, к счастью, это очень легко. И мы с вами фактически сегодня это сделали. Когда, помните, говорили, что для любого а из чисел от 1 до плюс 1 существует единственное число от единицы до плюс 1, которое является обратным к а, то есть для которого произведение дает остаток 1 при делении на q. Так? Давайте подумаем. Ну, какое-нибудь число давайте возьмем, скажем, число, не знаю, 13. Q равно 13. Все числа выписываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, да? Все ненулевые остатки. И смотрим. Тогда у нас по вертикали это отмечалось. Итак, единица с единицей. Двойка с кем? Двойка с семеркой. Тройка.
На что надо умножить 3, чтобы получился остаток 1 при делении на 13? Алло. Думаю. И долго будем думать? 4. 3 умножить на 4 это 12. То есть это минус 1. На самом деле надо минус 4. А что такое минус 4? Ну, 13 минус 4 сколько? 9. Хорошо. А 4? Даже 9 или 8? 9, 9, 9. 9. Так, а 4, там нужно минус 3. А что такое минус 3? Минус 3 это 10. Так, хорошо. А для 5? На что надо умножить 5, чтобы получился остаток 1 при делении на 13? На 6. А? На 6. 5 на 6 это 30. А. Плохо. Знаешь, на 12. Не слышу. На 12. Нет, не на 12. Неужели на 11? Ой, на 8, на 8, 39. 5 на 8, совершенно верно. А внизу можно уже? Разберемся. У нас осталось всего чуть-чуть. Число 6 с чем? Вот если понимать, что 12 это то же самое, что минус 1, то 12 вообще-то соответствует само себе. А значит, 11. Какие здесь остались числа? 6 и 11. 6 и 11, да. При произведении 66, 66 минус 1, 65 делится на 12. Видно? Так. Все числа разбиты на пары. Теперь видите. Любое число соединяем стрелочкой, такой вот линией, с обратной. Любое число А соединяем стрелочкой с числом Б. Вообще-то они разобьются на пары. Но возможна ситуация, что число будет соединено само с собой. Это соответствует тому, что А умножить на А дает остаток 1 при делении на А. То есть А квадрат минус 1 делится на А. То есть произведение делится на А. Два варианта. Либо первый множитель делится, это значит, что А дает остаток 1 при делении на А. Либо второй. Значит, А это Q минус 1. Значит, А и Q минус 1. Два варианта. Это и есть вот эти вот два варианта. При этом, заметьте, фактически вот это есть минус единица. А это единица. И ровно отсюда, получается вот это. Все случаи, когда А и Б были разные, дают единицу в произведении. А вот последнее число Q минус 1 даст ту самую минус единицу. Это и есть